За 80 годы в область прошла непростый шлях, наполненный и воинским героизмом, и працовными достижениями. Сегодня региону есть чем гонориться. Стабильно развивается промысловость и сельская господарка, будовництво и транспорт, гандель и туризм. Брестская область на первом месте в Украине по вытворчести молока и вырошиванию буйной рогатой живелы. А последние 10 годов регион стабильно намолочивает больше за миллион тонн зерня и является лидером по экспорте сельгазпродукции. С остановшей динамикой працует будовничий комплекс. В область полностью выполняет задание по введению жилья. Активно развивается предпринимательство, амаль каждый третий працоўны заняты у малым и среднем бизнесе. Выгодное географическое становище, наявность уникальных природных и исторических объектов сприяє развитию туризму. По колькости заметных туристов в область на другой позиции Украины после Минска. Великий уклад регион носит в развитие белорусской культуры. У нас нашли прописку буйные культурные мероприятия не только агульнонационального, але и международного узроўню. Усе досягнения, с якими в область подошла до святкования юбилею, это, конечно, заслуга людей, которые живут и працуют на карысь Брешины. Те мероприятия, которые намечены для того, чтобы отметить и людей, и то, что сделано в нашей области, они будут знаковые и значимые. Если конкретно, то нужно сказать, что 6 числа в драмтеатре в областном центре пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию нашей области, где будут участвовать делегации всех районов нашей области, известные наши земляки, которые приедут и из столицы нашей, и из других городов, из других стран, для того, чтобы еще раз подчеркнуть и сказать слова благодарности тем людям, которые делали нашу область успешной, процветающей. И главное, наверное, в нашей области – это люди, которые творили, творят и будут творить историю.